Проходите, пожалуйста. Как устроен ваш рабочий день? Что вы здесь делаете? Чем занимаетесь? Приходите на работу. Что дальше? Я хранитель, ведущий научный сотрудник. Я храню коллекцию зарубежной и русской графики. Это фондохранилище, мой рабочий кабинет и наша мастерская. Когда я говорю мастерская, это значит, что здесь происходят такие дела, которые, так сказать, позволяют нам наши произведения уже выводить в экспозицию на временные выставки. То есть мы оформляем, мы пишем, мы занимаемся всем тем, о чем иногда не догадываются наши зрители. Вот. Но без этой вот такой работы, специфической, кропотливой, требующей специфических навыков, без нее обойтись музеем нельзя. Видите, в чем дело? На самом деле здесь этими камнями закрыт подземный вход, который ведет к подвалам Сбербанка. Так. Это вы никому не должны рассказывать. Подземный ход это как? Наверное, надо начать с того, что творческое объединение «Левая нога» появилось в 1998 году. И долгое время было абсолютно беспризорным. Спустя какое-то время мы проводили выставки в самых разных местах, не приспособленных для выставочной деятельности. Вот. А потом появилось это небольшое пространство, которое до сих пор, в общем-то, и живет. Появилось оно в первую очередь почему? Потому что все, откуда уходит рациональное, прагматичное, так или иначе, спустя какое-то время заполняется искусством. Ну уж, коль скоро здесь невозможно было вести никакого бизнеса, это стало галереей. Ну, вот примерно так, без ненужных подробностей и деталей. Подлечок. Вот. Единственное, что тут убираться надо почаще. Ну, просто такое расстояние, нас всего трое. Тут пока в одном месте начнешь, пока уберешься, по новой надо просто начинать уже. О. Безусловно, безусловно. Слово «сохранение» тоже подходит для наших мультимедийных комплексов. У нас 24 исторических парка, вот таких как Омский, в Российской Федерации. Но мы не храним артефакты как таковые, как традиционные музеи. Мы скорее сохраняем или способствуем сохранению исторической памяти через ее презентацию современными средствами. Это мультимедийные средства, это видеоконтент, определенный аудиоконтент, специально созданный для этих экспозиций. Ну, в смысле, вот эта вот шляпа, да, но она вот такая уже такой виде, надо ее, конечно. Это он летом, допустим, они же любил на пленэры ездить, да. И вот у него тут у нас хранится. Вот такая у него. Его летний пиджак пленэрный. Вот так. Вот так он видит. Узнаваем. Узнаваем, да, сразу. Но когда Петровича, все узнавали на улице. Конечно, такой колоритный человек, конечно, идет по улице и с такой тростью. Вот такие усы его, помните его усы, да? Очень колоритные. Хотите
Подождите, я вам шкаф с религиозной литературой открою. Там тоже интересно, там все завернуто уже. Моя профессиональная обязанность в том, чтобы каждая книга нашла свое место. Будь это книга века 18 или современного нам времени. Книга, она не просто, мы ее рассматриваем как исторический предмет, мы ее рассматриваем как бесценный источник знаний. И мы должны приложить все силы о том, чтобы этот источник знаний просуществовал как можно дольше. Поэтому книги, вы обратили уже внимание, проходят у нас обработку, мы делаем выводы, нужна ли ей дальнейшая реставрация, и если такая не нужна, мы определяем ее место и, соответственно, оборачиваем в бескислотную бумагу. Как вы можете видеть, у нас на полках некоторые книги именно в такой бескислотной бумаге. Мы работаем над тем, чтобы каждая книга была сохранена по максимуму. Да, мы здесь чувствуем себя, в принципе, уютно, потому что мы красивое здание, и у нас здесь сохранилось тепло семейного очага. Но дело в том, что еще уникальность музея в чем, что вот все сотрудники от руководства до служащих, они в какой-то степени более-менее связаны с семьей Беловых. Изначально была директора музея Вера Кондратьевна Белова, которая все это сделала, это дочь. Потом стал я, внук. У нас здесь в музее работают близкие друзья семьи Беловых. И как бы вот этот уют Беловский передан Беловской семье, да, вот за этим овальным столом, хотя это стол не Беловский, а Штумфа, но как-то мы здесь гармонично так с ним расположились, и в этом есть вот в этом... То есть мы идем из этого большого города, заходим в наш уютный семейный дом-музей, и здесь, конечно, люди чувствуют себя комфортно. Так, это у нас хранилище Святая Святых любого музея. Здесь хранятся работы Кондратия Петровича, омских художников. Сейчас музей насчитывает более 1000 единиц хранения. Разными путями мы их добываем, художники дарят, покупаем, но в основном стараемся покупать, конечно, работы Кондратия Петровича Белова. В прошлом году в конце мы купили при поддержке Министерства культуры большую работу Салли Харт в нашу коллекцию. Что у нас здесь? У нас здесь тоже, видите, потолки, есть лепнина, есть и автоматическое у нас пожаротушение стоит, температура плюс 18 градусов здесь держится, потому что при других температурах очень сложно. Ну и понятно, что чтобы вынести какую-нибудь картину, надо пол хранилища вынести. Поэтому, видимо, я стал директором музея, здоровый, я все это выношу, потом заношу, одну работу вынес, принес, таким образом работаем. Но в этой комнате при хозяине Филиппе Филиппе Штупа здесь была спальня его супруги Надежды. Здесь они, у них две отдельные спальни были. Она здесь, а он, вот где мы были, там служебное помещение, там спальня большая Филипп Филиппович. И там, кстати, мы с вами не сняли выход на наш балкон. Надо нам вернуться туда, посмотреть. Ну вот. Оно выставлено таким образом, чтобы это можно было показывать. Вот. И поэтому главное место для хранения у нас потолок. А вот там, где в несколько рядов все лежит? В несколько рядов, ну да, тоже, но это можно в любой момент показать любому желающему. Так это можно развернуть, показать, пролистать. Вот. Ну и в левой ноге ко всему можно прикасаться, все можно трогать, можно подходить на любое расстояние. Искусство ведь существует для людей. Естественно. Я даже иногда забываю на ночь закрыть. Бывает такое. Как-то пару раз забыл, прихожу, думаю, картины точно никто не возьмет. Вот. Ну, а там что-то из электроники, инструменты, захожу, все на месте. Люди боятся искусства. Оно наводит на них мистический ужас. Павильонский кабинет – это вообще собрание монет, банкнот, все, что связано с деньгами.
И поэтому у нас основная часть экспозиции здесь как раз рассказывает о деньгах. Но вообще, по сути, это вот такое уникальное место, потому что это система открытого хранения музейных предметов. В Омске, наверное, есть еще музей Врубеля, да, небольшое такое помещение. И вот у нас одно такое уникальное, огромное, ну, можно сказать, очень большое помещение для хранения, где мы открыто показываем нашу коллекцию. Но с этой стороны у нас представлены драгоценные металлы, ну, вот они объединены просто одним общим названием из кабинета. Здесь же у нас еще находится и хранилище. Оно очень отличается от всех остальных хранилищ, куда мы с вами попадем, потому что оно совсем небольшое, и там в основном только сейфовое оборудование. Причем сейфы прикручиваются к стене и к потолку, где стоит еще и сигнализация. Да? То есть каждый сейф отдельно запитан под сигнализацию. Вот это вот помещение, где у нас хранится изобразительное искусство. Здесь мы с вами видим уже принципиально, да, новую систему хранения. Это вот такие решетки. К сожалению, они были установлены давно еще, когда не было современных решеток. Сейчас вот, если во Врубеле бывали или, может, где-то видели, у них выдвижные они на колесиках, на роллерах. У нас будут такие стеллажи, я вам потом покажу. Но вот, к сожалению, здесь у нас стационарная решетка, на которой как раз уже сделана развеска. Дело в том, что каждому предмету есть особые свои требования по хранению, по нормам хранения, по правилам хранения. И поэтому музей обязан создать эти условия, правила хранения для того, чтобы вот в дальнейшем сохранить все эти предметы и не допустить их утраты. Поэтому мы должны думать об этом сегодня. И вся упаковка музейна должна быть, ну, особо чистой, без всяких примесей. Есть специальный бескислотный картон, без различных кислот, которым как раз тоже упаковываются предметы, для того, чтобы вот не допускать попадания этих химических веществ на сам предмет. У нас же есть экспедиция, были экспедиции. А вот, допустим, у нас в Омске 7000 квадратных метров и 45 залов. То есть вот таким образом представлен этот материал вы нигде больше не найдете. Но отдельные изображения, они, конечно, взяты из художественной, из литературы, из научной литературы, из фондов тех же музеев, в которых хранят портреты исторических деятелей, кинохроники. И вот когда все это совместно соединяется, я бы тоже это назвала произведением. То есть это особое произведение, специально созданное для показа в современных мультимедийных локациях. Вообще, я с самого начала не сказал, в парке у нас порядка 330 проекторов. Из них широкоугольных там 14 и 315 обычных. Всего же локальных устройств, если так вот смотреть, ну, с точки зрения, что это компьютерная сеть, все-таки тачскрины, сервера, в сети у нас видно порядка 290 устройств. Ну вот, например, здесь бы выдвинулось, но стоит сейчас наш трап. Прежде всего, Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля – это крупнейшее за Уралом хранилище произведений искусства. Направленность у нас академического плана. Мы храним шедевры, начиная от эпохи древности, от V века до нашей эры, археологические коллекции. У нас есть археологическое золото, в том числе в нашем собрании. И включая работами художников уже 21 века, то есть наши новейшие поступления. Мне очень нравилось что-то хранить. Я поняла потом со временем, что хранитель – это вот не просто профессия, это все-таки призвание. Вот. Не каждый может и хочет заниматься хранением. Это дело
ну, то ли не просто ответственное, непростое. Ты всегда в волнении за экспонат, ты за него отвечаешь. Это не твой личный экспонат, не твоя частная, а государственная коллекция. У нас 8 реставрационных мастерских по нескольким направлениям. Это живопись, графика, то есть материалы на бумаге. Она предполагает реставрацию не только графических работ, но и документов и редкой книги. Есть реставрационная мастерская по скульптуре, металлу, по тканям, по дереву и по художественным рамам. У нас работает 14 реставраторов в этих мастерских, и 3 человек – это лаборанты, которые получают основы образования реставрационного. То есть в будущем это наша молодежь, наш золотой запас, который тоже придет в реставрацию. Есть мелкая реставрация, средняя, сложная. Есть сложная реставрация, которая требует дополнительных исследований рентгена, графирования, изучения в ультрафиолетовых лучах, изучения в микроскопе. Допустим, вот этот натюрморт, он прошел все виды исследования, потому что необходимо было узнать причину повреждения, которое мы видели, а картина была в экспозиции. Она просто пришла к нам в музей от частного коллекционирования. И появились некоторые следы бытования, которые нужно было исследовать, чтобы методику выработать. Мы значит, исследуем, ставим диагноз, выходим с программой реставрационных мероприятий, утверждаем на реставрационном совете, в который входят специалисты-реставраторы всех наших мастерских и хранители, естественно. И там уже вырабатываем точную программу. Обязательно пишем реставрационный паспорт с подробным описанием материалов, рецептуры и времени, которое ушло на реставрацию того или иного произведения. Паспорта эти хранятся у нас вечно, под грифом не секретно, а просто вечно, для того, чтобы следующий реставратор, который прикоснется к этой работе через 50 лет, там, через сколько-то, 60 или через 100 лет, открыл этот паспорт, увидел, какими материалами работал. Это очень важно для того, чтобы выработать следующую программу уже для себя в другом времени. Музейное сообщество – это сообщество творческих людей. Здесь 50 на 50 все-таки. Да? С одной стороны, это зависит от неких личных амбиций, устремленности и так далее. С другой стороны, это все-таки, конечно же, слаженная работа. Она необходима. Ну, там есть несколько принципов там, существования нашего маленького арт-сквота. И я их многократно уже озвучивал, но это отсутствие ну, какой-то редакции, отсутствие сравнительных категорий и оценочных. И это написано у нас всюду, что галерея «Левая нога» – это выставочное пространство для людей, не испорченных художественным образованием. Но многие ошибочно полагают, что это пространство только для тех, кто не имеет образования. Но это ошибка. Как раз в том числе для тех, кто имеет образование, но закончив соответствующий вуз, оказался невинным и не испорченным. Начинается с банального, так называемая тематическая структура выставки, да, прорабатывается ее обоснование. Фактически это как научный проект, большой научный проект, который, да, как любой научный проект, те же дипломы, да, как обычно вузы защищают, тоже нужно защищать. Вот, соответственно, когда этот самый проект защитился, дальше начинается работа, тоже серьезная работа с художником-оформителем, которые также назначаются, да, ну, соответственно, здесь уже идет проработка. Составляется макет, план выставочного зала и, соответственно, да, всего наполнения. Когда уже определен состав работ, когда уже куратор понимает, где какая работа, то есть такой тематика, экспозиционный план. Вот. И тогда мы уже смотрим, насколько нам хватает пространства, нужны ли нам какие-нибудь дополнительные конструкции. То есть у нас приходят люди, с которыми мы обсуждаем, что нам нужно построить. Вот. Цветовое решение, оно тоже подбирается, потому что мы делали несколько выкрасов, подбирали цвет. Ну вот вы тоже смотрели, говорили, что цвет очень удачный. То есть очень красиво смотрится здесь работа на этом цвете.
каждый раз это какое-то такое творческое решение коллективное. Ну, есть некоторые выставки, которые там для детей, на детей в основном рассчитаны, то, соответственно, для них даже специально отдельные подиумы делают, чтобы им было в витринах удобнее рассматривать вещи. Мы ориентируемся на то, что приходят маленькие зрители, и тогда, конечно, это учитывается. Но на эту выставку вряд ли придут дети. Но это шпалерная развеска, она обусловлена, конечно, ограниченностью пространства. То есть нет возможности, предположим, разнести все по многим залам, потому что ну, здесь не так много места. И это на самом деле, вот эта вот концентрация, она и создает определенную атмосферу такого цветущего многообразия. Вот. Она энергетически по-другому влияет на зрителя. И для кого-то это, конечно, безумие и кошмар. Кто-то не выдерживает такого обилия информации, а для кого-то это безумно интересно. И вот вы сегодня были и для себя отметили, что какие-то работы новые, а ведь они уже давно здесь в экспозиции, много лет. То есть вы их просто не заметили. Ну, да. Именно потому, что здесь экспозиция максимально насыщенная. Ну, вот здесь у нас хозяюшки создают шедевры искусства кулинарного. Вот эта плита, которая у нас печет пироги наши, яблочные и капустные. Ну, за время существования нашего музея, уже более 30 лет, да, мы уже 4 штуки поменяли. Очень часто печем. Не выдерживает. Все-таки она бытовая плита, поэтому промышленного печенья. Ну, такие. Вот такая у нас небольшая кухня. Ну, на интерактив есть свой Kinect-сервер. Он расположен, как правило, на стенах, чтобы было ближе тянуть коммуникации. А вот эти вот сервера, которые формируют на экранах изображения, они расположены вот в таких вот простенках. То есть по всему парку здесь сделаны стены вот с такими вот проходами. Там расположены электророзетки, там расположены розетки локальной сети, и там же расположены наши видеосервера, к которым подключены проекторы. То есть сделано это для удобства, чтобы ну, не было это видно посетителям, это не нужно совсем, вот, вся вот эта техническая составляющая. То есть все находится вот за этими лючками. Знаете, хороший домовой – это которого не видно. Хороший домовой эльф, как из Гарри Поттера. Вы его никогда не должны видеть. Мы такие же. Ну и потом вы обратите внимание, что мы сейчас живем в удивительное время, когда информация, она просто проникает повсюду. Чем заняты люди, когда у них есть какая-то пауза? Все в экранах, все там. И мир разделился на две ипостаси. Одни являются источниками информации, а другие – потребителями. И поэтому тут каждый для себя сам должен решить, источник он информации или потребитель. С какой стороны экрана он хочет находиться? Как представляете, мы идем, да?